Одна корова сельских господарок Мазырского района у среднем дае 7,5 тысяч килограммов молока. По выниках 2019 года это лепший показчик у нашей области. На одной из лидирующих ферм региона побывали наши корреспонденты. У господарцы сельско-господарчей установы Мазырская сортовыпробовальная станция, три живелогадовчие объекты. Это молочно-товарный комплекс, товарная ферма по догадовыванию молодняку и ферма по узнавлению поголовья. Сегодня только на одном молочно-товарном комплексе утримливается 1000 голов буйной рогатой живелы, из их 600 коров дойного статку. Технология доения направлена на получение качественного молока сортами экстра, а также для сохранения здоровья животных. Она включает в себя несколько технологических операций. Это обработка коров перед доением дезраствором, сдаивание первых струек, подключение аппарата, а также после доения коровы обработка раствором после доения. За 2019 год у этой господарцы у среднем на одну корову приходилось больше, как 8 тысяч килограммов молока. Выник минулого года выше, чем у 2018, на больше, чем 1100 килограммов. Все молоко отримано гатунком экстра. Для телят застается каля 4%, остатнее на продаж. У планах на наступный год заховать и примножить гэтые показчики. За одну дойку оператор машинного доения обслуговывает в среднем 150 коров. Доение коров трехразовое – у 5, 12 и 19 годин. Працуют операторы сменами. График працы их задовольняет, як и зарплата от 1000 белорусских рублей. Нравится работать доярка. У меня мама работала. Как-то оно понравилось. Старые, помню, доярки сказали, что чем ты будешь бояться, они чувствуют. Есть такая корова, вот белка, она всегда самая первая. Она будет, где бы она вот последняя будет, она будет стараться самая первая зайти встать. И самая первая будет выходить в сарай. Галина живелогадовли у Мазырском районе развивается динамично. Усе доведенные задачи выконываются. По выниках минулого года средний показчик по надоях у районе склал каля 7,5 тысяч килограммов молока на корову. Это лепший в области выник продуктивности. Вероника Гамзюкова, Павел Антонов, телерадиокомпания «Гомель» с Мазырского района.